Друзья, всем привет! Меня зовут Данила, я гитарист и вокалист группы «Аспект», а также я являюсь ведущей программы «Не по барабану». И помните, нам не по барабану на молодежь города Рязани, области и то, чем она занимается. Сегодня мы с вами находимся непосредственно на фестивале «Axin Beat». Мы вам обещали, мы приехали. Сегодня мы вам расскажем, покажем, что такое «Axin Beat», для чего, для кого и как. Погнали! Ну что, правда, Данила Борычев? Это правда ты? А это Соня. Соня, привет, как дела? У меня все замечательно, а у тебя как, Данила? Я, насколько знаю, вы сейчас будете уже выступать, прям вот сейчас, да? Вот сейчас. Какие эмоции, чувства? Вы первый раз на Axin Beat? Мы в первый раз, ну как, моя команда в первый раз на Axin Beat. Я уже была здесь и не раз с группой Айрес. Но сейчас они уже здесь не выступают, они уже выросли, они уже взрослые ребята, а мы только вступаем на путь фестивалей. А ты считаешь, что здесь выступают в основном только молодые группы или как? Я считаю, что здесь выступают только те группы, которые хотят выступать только для души. Со мной рядом находится непосредственно организатор всех действий. Это Иван, группа «Космос на». Вань, привет. Здравствуйте, ребят, здравствуйте. Слушай, смотри, ты организуешь этот фестиваль уже не первый год. Это, получается, какой по счету фестиваль? Уже, получается, 16-го года, считай. Шестой. Смотри, я смотрю, тут есть новые новшества какие-то, то есть, вот смотрю, заборчики какие-то, да, там. Это, во-первых. Во-вторых, вы своими силами в этом году обходитесь. И я считаю, вроде как, неплохо, да? Ну, это сложнее или как ты считаешь? Ну, во-первых, не я один это фестиваль делаю, да? Это делаем все коллективом, народом. Все мы дружненько складываем в одну кубышечку все это. Для того, чтобы эта красота была, это помощь наших людей, которые нам сопереживают, сочувствуют. Это действительно народный праздник. Вот это поэтому... Ну, его и особенность в этом, то, что он красивый, замечательный, музыкальный. Все здесь по-доброму, все здесь красиво. Непосредственно вот сейчас нахожусь с участниками группы «Реаниматор» и великая наша всеми прекрасная Кассандра. Я не буду ее особенно представлять, вы должны ее и так все прекрасно знать. Ребят, как дела, Кассан, как дела? Вообще зашибись. Ты первый раз на Axin Beat? Да, здесь, да. Ну и как? Охрененно. Ну вот только еще водички не хватает, озеро и купание. Здесь есть, кстати. Ну тогда отлично вообще. Вы недавно были в Луховицах. Да, все правильно. День молодежи. Как вообще все прошло? Замечательно прошло. Большое количество народа, шикарная сцена, отличная поддержка от зрителей. Мы очень довольны, очень рады, нам очень понравилось. Мы обязательно приедем к ним в следующем году. Я, насколько знаю, в этот день вот этого молодого человека был день рождения, да? Не в этот, а за 2 дня до. Ну какая разница? Заранее не поздравляет, а позже можно. За тебя. Вот, у меня там... Компот. Все там работает? Друзья, со мной сейчас находится Михаил, это лидер группы «Вилла Виктория». Наши старые друзья, и можно сказать, ребята, да не можешь сказать, а это ребята, которые открыли программу «Не по барабану», они были первыми у нас. Миш, как дела? Отлично, все хорошо. Вы выступаете сегодня поздно, да? Да. Можно сказать, хедлайнеры? Ну, сложно сказать, но да, да, да. Как себя ощущать в роли хедлайнера? Это круто. Это очень-очень-очень-очень круто, потому что ты можешь разорвать весь зал, и он ждет тебя. То есть, как бы, в публике нет проблем, то есть ты уверен, что народ будет на вас, все будет отлично? Я уверен, что мы разорвем. Это Вилла Виктория, она разорвет, а мы двигаемся еще дальше. Давай сейчас вместе, смотри, вот так говорим, все на Axin Beat. Все на Axin Beat! Yeah. Вокруг тебя шумят машины и люди мир.
Здрасте. Здрасте. Вас как зовут? Ира. Ира, меня Даниил зовут. Как вам, как ваше настроение? Хорошо. Ну, я думаю, когда шашлык пожарится, еще лучше конечно, будет. Конечно, да, да, да. Вы первый раз на Оксинбит? Нет. А сколько раз уже были? Второй. Это первый на третий была. А. Мы на Оксинбите, вот, второй. А, ну я, значит, первый. С палаточкой, все как положено? Не-не-не, мы с машиной. А. Какие эмоции вообще сейчас? Вот нормально, все нравится, все устраивает? Нет, все хорошо. Да? Все отлично? Да. Ну не будем вам мешать, жарить шашлык, пожалуйста. Спасибо. Первый раз на Оксинбит? Да. Нравится? Пока устала, не знаю. Да, ну с дороги просто пока непонятно, еще надо как бы вдохнуть. Но настрой боевой. Все. Я еще не выступала же, ну, значит, я не опоздала. Все, я пошел готовиться. Давай. Я тоже. Со мной рядом находится Мария Владимировна Бурсукова, моя супруга. Она все нас сюда любезно привезла. Поэтому хотим, вот, я хочу у нее спросить, Маш, ты здесь не первый раз. Вот. Как отличается вот сейчас вот по эмоциям от того, что было раньше? По эмоциям? Ну, и по всему вообще как? Вот? Всегда эмоции на этом фестивале очень положительные, очень фееричные. Все тут большие друзья. Вот, поэтому нет, сегодня так же, как всегда, отлично. Есть будущее в фестивале? Есть, как бы. У этого фестиваля, да, определенно есть будущее. Каждый год посещает фестиваль. Я вижу, что все больше и больше народу сюда приезжает послушать, посмотреть. И музыканты теперь собираются не только с Рязанской области, но и из других регионов страны. Да, класс. Давай сейчас всех вместе пригласим на следующий год сразу, прям скажем. Да, все на Оксинбит. Вот так, наверное, давай, да? Давай, 3, 4. Все на Оксинбит! Друзья, сейчас мы находимся непосредственно в том месте, где рождается звук, где вообще вся магия. Со мной рядом Алексей. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Даниил. Как вообще все происходит? Все нормально, все в штатном режиме, все отлично? Как это сказать-то? Я даже не ожидал, насколько все штатно происходит. Ребята, мы профессионалы, молодцы. Аппаратура не подводит. Осталось только уповать на погоду. Я, насколько знаю, в этом году вы, получается, занимаетесь самостоятельно звуком, то есть не арендуете, как это тяжело или это легче, наоборот, когда ты уже знаешь свою технику? Ну, в этом году нам удалось попробовать этот комплект оборудования, мы устраивали первоцвет, вот, соответственно, в принципе, сегодня мы уже знаем, что, где, куда и как, ну и когда что-то свое и ни от кого не зависишь, это плюс большой. Вот, так что, я думаю, нам остается только развиваться. Да, конечно, был сильный толчок в пользу своего оборудования со стороны Димки Пронькина. Вот, но нам осталось только дополнить все это дело. Я думаю, что все будет хорошо и замечательно. Мы тоже надеемся, что будет все хорошо, а мы пошли дальше. Ему дороже сердце звук, струны натянут, а я нить. Да, да, да. Это лидер коллектива. Комендантский час. Мы непосредственно находимся вот на, так сказать, обитель творчества. Вообще прям вот все вот здесь все происходит. То есть если там, вот допустим, у нас получается, вот посмотри, Глеб, вот там. Вот мы сейчас там были у Алексея, там звук как бы рулит, да. А здесь вот он творится. И с нами рядом лидер группы «Комендантский час». Как зовут? Кирилл. Кирилл,
Ты отвыступал уже? Ну, собственно, да. Как эмоции, ощущения? Я когда сюда приезжаю, вообще тут всегда зашкаливающие охрененные эмоции, вообще просто абсолютно. Я так понимаю, и квартирники посещаешь тоже? Да? Ну, нет, мы два раза приезжали играть, вот. Если бы можно было чаще, мы бы чаще приезжали. Была группа «Комендантский час», и мы двигаемся еще дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ваше художество? Да. Это такая копилка на развитие фестиваля. Вот можете даже заснять, пожалуйста. Вот. Я тоже положу. Нет, как банкомат. Ух ты, нифига себе. Он аж съедает, да? Как родилась сама идея и почему именно такой образ? Ну, как-то надо популяризировать фестиваль. Люди будут подходить, фоткаться, во-первых, какой-то арт-объект. Ну и, во-вторых, вот пожертвования как бы собираем там на провода, на разные, на струны и так и далее. А вот данная конструкция, она берет только рубли или можно другие валюты? Любые валюты, любые бумажные купюры. Даже зайчики, сомы там? Любые, абсолютно. Непривередливый. Все ест, да? Все ест. Ну а все-таки вернемся, вот предыдущий вопрос, почему именно образ такой? Ну, просто вот захотелось так сделать. Не было никакой-то аналогии с Иваном, там, допустим, что был похож? Нет. Просто небольшая экзотика. Все понятно. Спасибо. Друзья, со мной рядом находится непосредственно главный повар фестиваля «Аксинбит». Это Дмитрий. Дим, привет. Здравствуйте. Как настроение? Лучше всех. Ты чем сегодня угощаешь людей? Покажи, давай покажем, где. Вот, сегодня вот плов. В меню плов. Дим, слушай, вот это как традиция уже стала, да, я понимаю. Так. Тебе это не в напряг вообще? Все замечательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Потрясающе. Вы первый раз на Аксинбите? Да, к сожалению, да. Я понимаю, что, наверное, зря первый раз. Ну, вы не расстраивайтесь. Я думаю, что он будет еще обязательно. Вот надо будет еще посетить. Девчонки классные вообще, прям. А вы откуда сами? С Рязани. В Рязани правда грибы с глазами? Да. Ходят, бегают. Их едят, они глядят. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Все нравится? Да, нам не по барабану. Друзья, со мной рядом находится лидер группы «Пятая стена». Это приезжие артисты, они приехали. Наехавшие. Получается, как вы откуда вообще? Как вас считать? Лев Толстой, Воронеж, откуда вы? Это город Вармолм. Он такой метафизический, знаешь, размазан как маслом по бутерброду. Платформа 3,5 надо, да, проходить? Ну, это надо сильно разбежаться. А пить надо передать? Ты такие вопросы задаешь. Задай себе его. Слушай, Сереж, смотри, такой вопрос. Вы все к нам пытаетесь попасть на программу. Я, насколько знаю, ты очень так хотел. Я даже ради этого, знаешь, загуглил тему. И оказывается, Лев Толстой когда-то входил в Рязанскую область. Видишь, мы все-таки местные, а ты говоришь по наехе. Вот, то есть, как бы я хочу тебе к чему веду, что я думаю, что мы задумаемся о вашем, как бы, присутствии у нас в программе. Или вы уже не хотите? Ну, знаешь, надо с нашим менеджером это обсудить, все детали, он плотно играет. Вот с этим, что ли, он, покажи, вон, менеджер-то. Иди сюда, менеджер. Вот, менеджер. Друзья, это менеджер группы «Пятая стена», это самый лучший менеджер, я рекомендую вам его в плане продвижения и всего. Данил, привет. Привет. Вы же не первый уже раз на «Аксинбит», причем, насколько я знаю, в том году вообще были хедлайнеры. Выступали где-то в районе 6 утра, да, по-моему? Не в районе, а им в 6 утра. Это... Народ-то был вообще? На сцене был. Живые, так кто-то смотрел хоть, или все там спят, а вы такие играете? Ну, знаешь, у нас Леха Савкин ловил пиво, мы же разбрасывали банки. И Черт возьми, я уехала.
Зачем ты мне сказал, я не прощу себе это? Вообще не проблема, мы привезли еще сегодня. Слушай, какие вот надежды, не знаю, ожидания от вот фестиваля в этом году? Ну, в первую очередь надо, чтобы мы смогли вернуть людям рок. То есть мы все вместе поднапряжемся и вернем друг другу рок своими сердцами, растопим этот лед, который смерзся над нами, над всеми. Вы посещаете фестивали, вот, ну, как бы не только Axiom Beat, получается, есть с чем сравнить. Как вот по отношению к другим фестивалям? Есть какие-то отличия или, может, особенности вот у этого фестиваля? Ну, ты уже знаешь ответ на этот вопрос заранее. Потому что Ухолово — это сердце рока. Это место, где каждый рокер может считать домом. И вот это даже не понаслышке, знаешь, а это действительно так и есть. Приехал там Ванька, плов, девушки прекрасные, тут огромное количество народу, там сцена, группы все разнообразные. Место у нас там прикольная палатка, где стоит, там кости еще прошлогодние лежат. Ну, как будто и не уходили, понимаешь, в чем дело. Это не бездушная машина шоу-биза, куда приезжаешь, там жесткие райдеры, бухать нельзя, посылать всех со сцены нельзя. Фу такими, фу быть. Да, фу быть такими, не надо, не надо. Вот организаторы, к вам вопрос, никогда таким не будьте. Иначе вы закроетесь, как закрылся клуб в Липецке, туда им дорога. Как он назывался? Центр. Нет, не центр, центр нормальный был, а вот этот, убогий. Бэкстейдж, туда ему дорога нахрен. Не брали нас, козлы. Нет, мы хотим, понимаешь, что говорят? Мы хотим группу со слушателями. Понимаешь? Это мы, значит, группа без слушателей. А вы тогда кто? Ну и они и закрылись. Туда им и дорога, слава богу. Крик души от пятой стены, а мы двигаемся еще дальше. Между нами цахал. Между нами цахал. Между нами цахал. Друзья, а вот несут специально мне трон. Ну что, друзья? Я уж понял, это... Мне можно, да? Ой, спасибо, я просто так находился, просто так устал. Друзья, смотрите, такой вопрос. У вас очень легкое название группы. Как называется? Икеакивик. Можно запомнить как Икея Киви. Я не смогу. А что значит название вообще на самом деле? Это инуитское слово, и оно означает путешествие между слоями пространства и времени. Без допинга, да, я так понимаю? Это все нашей музыкой, текстами и стихами. Слушай, а вот грим это что? Это как-то... символизирует что-то? Да, у нас это символизирует внутренний мир лирической героини, а это внешняя составляющая. А еще это слои, те самые. Я в шоке. Антон, привет. Привет, 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 Даня. Почему ремонт гробов? Ты занимаешься, это профессионально какая-то? Ну, нет, вообще никак не связано. Я просто где-то услышал это словосочетание. Хорошо, я думал, просто откапываешь, там что-то ремонтируешь, потом назад закапываешь. Ну, нет, такого нет, да? Пока нет. Слушай, я люблю абсурд просто. Смотри, ты выступаешь на Axiom Beat уже не первый год же, правильно? Да, да. Как тебе в целом вот это все? Все прекрасно. Иван молодец, мы с ним дружим, он меня зовет, я его зову. Все еще начинал с квартирничков там вот это. В смысле его зовешь, ты ему, эй, Ваня, он тебе, эй, Антон. Приезжай в гости, говорю, Ваня, там, бери гитару, посидим. Смотри, ты достаточно как бы давно занимаешься творчеством, сейчас у тебя какие-то планы, там, альбом, что-то выходит? О, кстати, да, неожиданно, в среду начали писать второй альбом. Так что вы первые, кто об этом узнал. Но это не значит, что мы ее скоро напишем. Это как бы размыты там сроки совершенно. Просто дело в том, что нам потому что не по барабану, поэтому вот все дела. Давай ускорим вырождение. Нам те трубы, да пятый литры. Нагорят будет шалкой разбитой тенью. Пробить и невозможно будет порвать порочный круг. Вот уже сказывается друг. Мы городам. Мы скинувшись.
ребята, приходим на Оксинбит каждый июль. Либо вторая суббота месяца, либо третья. Так что всегда будем ждать. Мы всех ждем, да? Да. Давай вот так. Все на Оксинбит. Все на Оксинбит.